Выглядываю в окно, а родителей нет. Не знаю, куда они делись, так это, наверное, принято. Но смотрите, кто сидит в гнезде? Все гнездо уже занято. Привет, чудики! И вот так сегодня мы наблюдаем в течение дня этих двух одиноких птенцов. Ну, вернее, мама с папой прилетали ненадолго, сменяли друг дружку. Ну, не знаю, что они тут делали, мы не видели, чтобы они их кормили. Проведывали их, что ли. И вот так они спят, иногда глазки открывают, тяжело дышат. Сегодня 22 мая. И вот первый раз птенцы остались без родителей. Что, ку-ку, глазики? Где ваши родители? А что вы кушаете? Ну, какие у вас уже перышки. У них хвостики такие коротенькие. Ну, по крайней мере, их уже видно. Обкакали все гнездо. Не знаю, родители или дети какают. Раньше было красивое, а теперь некрасивое. А еще и при увеличении